В фойе Денисовского районного ДК развернулась выставка. Свое творчество в рамках районного фестиваля презентовали люди с ограниченными физическими возможностями. Представлены здесь и работы Анастасии Бурляевой. Таких красивых собачек девушка вышивала целый год. Родственники ей в этом очень помогали. Настя не различает цвета, к тому же у нее проблемы с речью. В свободное время, когда вот я, например, сижу, телевизор смотрю, она рядышком присаживается, и начинаем вышивать. Она подсказывает цвет, какой цвет. Она проходит рядочек, ну, следующий рядочек, начинаем другим цветом. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями в Денисовском районе проводится не в первый раз. И всегда в нем принимает участие большое количество талантливых людей. На нынешний фестиваль из Кустаная приехала Аруна Жаксагулова, заместитель председателя общественного объединения «УМИД Надежда». Если в городе у людей, у таких людей больше возможностей записаться на различные кружки, в различные неправительственные организации, занять себя учебой, досугом, то, конечно, в сельской местности это намного сложнее. И вот такие мероприятия очень важны и нужны для того, чтобы человек, столкнувшийся с инвалидностью, знал, что он не один в этом мире. Этот праздник организован благодаря государственному заказу отдела занятости и социальных программ Денисовского района. Активисты-общественники не только организовали данный концерт, но и оценили нужды и потребности инвалидов Денисовского района. Аруна Жаксагулова отметила, они проехали все районы, но именно в Денисовском видно, что в эту работу вкладывают душу. На территории Денисовского района проживает 473 взрослых инвалидов. У 122 из них имеется индивидуальная программа реабилитации. Согласно этому, инвалиды обеспечены различными видами социальной поддержки. Санаторно-курортное лечение, реабилитационное лечение, протезирование, обслуживание индивидуального помощника, а также различными техническими средствами гигиены. Каждого участника выставки прикладного творчества и фестиваля отметили грамотами и подарками от партии «Нуротан» и общественного объединения «УМИД Надежда». Валерия Зиновьева, РТН, Денисовский район, при содействии телекомпании «Акцент».